Всем привет, друзья! С вами Малдер. Мы сегодня добьем это дополнение в Dirty 5 под названием Super Size Content Pack. Александр Соболев пришел к нам. Всем привет, друзья! Сейчас на работу собираюсь. Как ваши дела? Хорошо, блядь. Сарай, всем доброе время. Привет, Сарай. Сейчас мы быстренько. Тут, блядь, 5 гонок осталось. У нас на прошлом стриме все залагало к хуям собачьим. Имеется в виду YouTube опять нас по бради опустил, блядь. Так, у нас тут ведь все пройдено, да? Буквально хуй знает на сколько, блядь. Минут на 20, может быть, блядь. Наливайте, суки, пишет Зера. И Мамонт пишет: приветствую, привет всем. Всем привет. Так, что у нас тут? Тайм-триал остался сложный. Вот это... А, нет, тайм-триал — это охуенная штука. Вот эту вот хуятину давайте пройдем. Не нравится, блядь. Йорш пишет: Горький вернулся, повод наливать. Приветствую. Привет, Йорш. Заебался вчера, блядь. Позавчера тоже, нахуй. Просто, блядь, жуть, нахуй, не работал, блядь. Так, давайте глянем, что у нас тут есть. Во-первых, это что такое? Субару. Есть цвет оригинальный, блядь? Есть, нахуй, сука. Есть. Но мы поедем, может быть, нам взять Пиогиота. Или пилоточку. Пилоточку, может быть, взять. Кстати, тоже в оригинальный красявишной раскраски. Это же у нас... Я бы жука взял. Вот, блядь. Это вообще бомба, блядь. Просто. А жук у нас... Блядь, да как эту хуйню открыть? Я не понимаю, нахуй. И почитать ты все время забываю за это. Как открыть эти раскраски? Ёрш, наливай жопное пиво, пишет Зера. Зера всегда такое пьет, блядь. Два стрима, запускай Фокс сегодня. Слушаюсь, блядь. Так, что тут у нас такое? Блядь, прикольно, да. это просто трасса, что ли? Серьезно, блядь. Слушай, прикольно сделано. Давай, поворачивай. Букашка, блядь, я бы знал, что это просто трасса. Что-нибудь другое бы взял. Бляха, не такое резкое, как... как жук. Жук, блядь, просто бомба, блядь, а не машина, наверное. Давай, тормози. Чё спускать-то, блядь? Вон скелет предлагает. Сука. В сетевую ебануть. Кто за? Кто против? Кто будет смотреть? Это чисто мужской напиток. Ну, тебе виднее, блядь. Так, 19 контрольных точек у нас здесь. 19, мать его. Вот это прикольно, блин. Бог нахуй. Хорошая трасса. Она бы не была бы так с этой самой, с компьютерной графикой, блядь, вообще бы шикарно посмотрелась. Ну что за хуйня там мне опять пикать, блядь, начала. Завтра опять на работу, блядь, но слава богу, никаких мероприятий нету, блядь. Мне там кое-что отвезти надо, блядь. Надеюсь, к вечеру приеду домой, блядь, в добром здравии, блядь. Так, стоп. Вот тут, кстати, можно как-то, блядь, вот проехать прям по бырику, поэтому вот с помощью вот того заграждения. Ох, ебаный рот. Так, тормозим. Пока более-менее все неплохо. Сука, звук вот этот какой-то, блядь, от НЛОшек. Это что-то... Ай-ай-ай. От НЛОшек, блядь. Какой-то гул, блядь, неприятный, блядь. На уши прям давит. Ну ничего. Нас он не смутит, блядь. Сейчас я прочитаю. Я даже не знаю, что запускать-то, если второй стрим будет. Ну, наверное, будет, блядь. Потому что хули тут действительно проходить-то. Сейчас за полчаса пройдем. А потом чего? Так, это у нас... Это у нас какая? 12-я контрольная точка, да? А за сколько надо пройти? За 2.41? 2.41 в это время-то, блядь. Даже зря X, наверное, проехал бы, блядь. Так, чекпоинт есть. Даже бы скелет Zero X проехал бы. Я предполагаю. Хотя хуй её знает. Уверять точно не могу. Оп, заносик пустили. Замечательно, бляха, ебаный. Вот это, сука, сложно. Не ебнуться бы. Ну нет, я ебнулся, что ли, твою мать. Во, на колеса, блядь. Есть.
Давай, поехали, бегом, бегом, бегом. Твою мать, может, еще успеем. А вот же, все, финиш. Есть, я успел, блин. Узнаю стиль, блядь. Шашлык, ты сегодня вообще не мой стрим проводил. 20 минут оружие выбирал. Ебать ты игрок, нахуй. Я сейчас Панч Боба предложил. Если будет пьяное лицо, зерно стрим, то я за. Так, Соболь. Фокс, может быть, запускай стрим по FIFA, сетевую игру. Или игру сетевую про кукол. Зер, говорю, про куколдов, про куколдов запускать. Игры с ершом еще и нет, блядь. Зера не будет, блядь, пишет Ерш. Мне кажется, Ерш многого не знает, блядь. Ерш просто летает в облаках. Пройдок, это каких кукол Фокс стримит, блядь? It Take Two называется. Соболев, проежек карт я купил в Steam Fox. Проежек, блядь, проежек. Проежек карт ты купил. Какую часть? Третью, надеюсь. Если третью, то погнали с нами играть, блядь. Zero X обосрется скоро в этой игре, блядь. Я в этом уверен на 1000000%. Мы скоро поедем с Zero X, блядь. Зер пишет, Ёрш не знает свое место в этой жизни. Да, кстати, сегодня, блядь, а не вчера, нахуй, у Пройдохи день рождения. От всей души поздравляю тебя с днем рождения, всех благ, продвижения по карьерной лестнице, так сказать, тебе. Успехов и всего-всего. Так, проежек, блядь. Видимо, все видели мой стрим. Говорят, что типа оружие долго выбирал. Ошалел Куйбышев, пишет возмущенный Ёрш. Так, Time Trial. Вот это, блядь, мне нравится. Time Trial. А что у нас тут за автомобиль-то есть? А то же самое, что ли, блядь? Подожди. Да, Time Trial то же самое. Давайте опять Фольца выберем. Заебатьки Фольца, блядь. Мамонт. Проежек? Какая-то польская фамилия. Так. Погнали, Time Trial. Сейчас, блядь, будет твориться история на ваших глазах, господа и дамы. Ох. Вилор Кувалдов. Поздравляем, блядь. Так. Я постоянно путаю, блядь. Я уж который год, блядь, путаю, когда у меня день рождения. Все время думаю, что 7-го. Все время, блядь, парю нахуй. Не, ну я главное помню, блядь, что вот-вот оно. Скоро. Но не в тот день, блядь. Постоянно парю, блядь. И в том году, блядь, 7-го поздравил, блядь. Хуй знает почему. Так, подожди, что тут такое происходит, блядь? Почему он так первый, он быстро уехал? Ох, нихуя себе. Второго-то, блядь, не могу догнать. А где? Сука! Бля, вот что будет сложно. А знаете почему? Потому что тут покрытие скользкое очень. И трасса ебаническая. Так, где он? Не вижу нихуя. Ох, ебаный рот. Запутался в поворотах. Блять, реакция сегодня не очень хороша. Могу въебать, блять. Могу въебать. Я проснулся, блять, недавно, наверное. В первом часу, блять. Сука, сроду столько не спал, блять. До стальки, блять, имеется в виду. Я, правда, приехал домой в 5 утра, блять. Так. Эх, нихера себе, я синего обогнал, оказывается, что ли? А, это второй круг? А, бляха, это уже другой круг, твою мать. Я думал, блядь, все, тот же, ну, сука, началось, блядь. Это другой круг. Блин, нам надо что-то тут более стабильное взять, наверное. Жук хорош, но он, блядь, легенький уж чересчур. Кидает, как мандавошку, блядь.
Так, минус секунда с хреном. Минус секунда с хреном. Но я его могу догнать даже на нем. Я вас уверяю. Я вас уверяю. Так, это финиш, да? Я его чуть-чуть, на самом деле, не догоняю. Ошибок нельзя напороть. Вообще, блядь, ни одной причем. Ни одной ошибки нельзя сделать. Так, пока первый, блядь. Нет, сука, хуй с ним. Бля, он сразу... Я задел-то, блядь, в правильном направлении, грубо говоря, блядь. Он сразу, блядь, опередил меня, пидор, блядь. Пидор, кусок, я сейчас, блядь, на берег, самый, на берег. В воду, блядь, выпрыгну. Ой-ой-ой-ой. Не-не-не-не, сейчас пройдем. Сейчас точно пройдем. Еще минус секунда, блядь. С каждым кругом по секунде это неплохо. Ну, ебаный проебаный. А он на чем едет, пидор? Ай-яй-яй-яй, куда ты нахуй? Так, ну, читаю. Вроде не было оповещения, пишет Соболев, о том, что скоро стрим мой. Ни у кого не было. Знаешь почему, говорит Зера, блядь? Не знаю. Воздержусь от слов. Ну-ка, почему же? Так, Соболев пишет. Говнасос, я не рад видеть на стриме свое. Че, не рад? Говнососа? Говнасос вообще даже не на стриме-то никто не рад видеть, блядь. Этот тварь, блядь. Шмару, блядь, лысую, нахуй. Лысая мандала, блядь. Во-во, бачком-бачком, видали? Ух, сука, это было вообще великолепно. Это прям супер управляемый занос, блядь. Ну я, кстати, блядь, что-то как-то хуево. Еду-то. Да, блядь, да как ты меня тут обогнал-то, волчара, блядь? Правда, я еще... Так, спокуха. Не паниковать, блядь, не ссать на... Ну, бляха-муха. Не ссать. Так, хуй с ним, с этими, блядь, флажками, блядь, ебучими. Ой, широковато я тут иду, блядь. Ну, ничего, вон там есть поворотик, блядь, где он там засыт сейчас. Он у нас стальные яйца, блядь. Мы не засым. Вот здесь. А-а-а, нет, забор говенный, блядь. Твою мать. А-а-а. Так, ладно, все лучше и лучше, блядь. Сейчас добьем. Сейчас пройдем. Сейчас пройдем. Этот, блядь. Сука, маленькую скорость избавил здесь, на этом повороте. Но ничего, тоже красиво зашел. Красота требует жертв. А, нет! Да опять, блядь, да я забываю про этот угол, блядь, гребаный. И въебучиваюсь у него постоянно, блядь. О, вот сейчас нормально. Ой-ой-ой. Так, газим, блядь. Газим, вот сейчас нормуль. Сейчас мы его там сделаем на этом повороте. Главное не запороть, блядь. Выход из него, блядь. Так, тормозим. Я, блядь, его запорол. Уди, блядь, ебаные надписи. Как, сука, они мешают-то, блядь. Да пиздец, не видать ни хера, блядь. Вот твари, блядь. Кто нахуй вот это говно придумал, чтобы перед мордой у меня тут оно было, блядь? Зачем? Это пиздец какой-то, вообще мешает. Я машины, не трассы, блядь, по-нормальному не вижу, ни машины, блядь. Так, ладно, все. Я даже... Блядь, да ты охуевшая тварь. Ты просто... Я въебал в камушек, блядь, как это было... Можно сказать, больно, блядь. Давай. Я не пойму, на чем он едет, блядь. Самое главное тут печально. Печально в том, что я его забортовать не могу, блядь. Он, блядь,
Ёбаное привидение, нафиг. Так, я практически идеально вошел в тот поворот, блядь. И я хуёво вышел из этого, но я еду первый, блядь. И я приезжаю первым. Можно выходить. End event. Так, что там? Мам, у тебя тоже рывками идет? Да-да, подвисает. Ой, ёбаный рот. Опять, что ли, переделывает? А у меня все чисто, блядь, показывает. Сильно, что ли? Ничего не могу с этим сделать. Ничего. Придется переделывать опять. Ну, хуй с ним. Так. Надо, чтобы оповещение не приходило говнососа. Соболев, знаешь, как сделать так, чтобы оповещение не приходило говнососу? Забань его нахуй, и все. Козла вонючего. Это верное решение будет. Хорошо, что у меня не подвисает. Ладно, удачи тебе, чтобы не подвисало. У тебя подвисать просто теоретически не может. С битрейдом в 5000, блядь. С которым ты стримишь, блядь. Так, берем вот эту вот тачку. Это самое нормальное из представленных. Можно Порше еще взять, кстати. Ну-ка, что у нас тут? Не открылась эта хуйня. Можешь попробовать. А что, в предыдущей гонке всего две медали заработали? Так, почему две, блядь? Как две? Три же было, блядь. Я ж первый приехал, блядь. Чё ты меня... Мама с мотолыги сбивает, стоять. Как нахуй две медали, блядь, заработали? Ну, подожди, сейчас я это проеду. Глянем, что не будем перезагружать. Почему две-то, блядь? Я ж первый там приехал. Этого быть не может, блядь, чтобы две. Или я объебался, блядь. Или он меня все-таки каким-то чудным образом сделал, блядь. На повороте, блядь, на последнем. Перед финишем самым. Не может этого быть, блядь. Я был уверен, что я первый там. Или уверенность меня подвела? Это хуево, блядь. Если это так. Не, ну переиграем, если что, блядь. Там трассу уже знаем, как бы, блядь. Несложно, блядь, будет это сделать. С тачкой тоже я там нормально управляюсь. Полин, уходи со стрима. Пишет шашлетница, господи, блядь, соратник. Из-за тебя лагает. Из-за говнососа? Сейчас мы его выкинем нахуй навсегда, блядь. Пидорка, блядь, лысого нахуй. Лысый пидорок, ты чем занимался вот в выходные свои, блядь? Вот два дня ты яйца на диване тянул, блядь. Ты хотя бы удосужился работу за эти два дня поискать. А, ну или тебе нахуй не надо. Тебя батя кормит. Кормит батя, блядь. Человека, блядь. И нахуй ничего не надо, блядь. В жизни, блядь. А мы тут хуярим, блядь. Помаленьку, блядь. Нас никто не кормит, блядь. Очень жаль. К сожалению, блядь. Приходится самим работать. Говнасос. Альфонс, нахуй. Практически, блядь. Тянул яйца. Что еще мог очкосос сделать, блядь? Лысая лошадь, блядь. Лысый тупорылый лось, блядь. Ну, между прочим, я ведь не так... Эх, блин, я чё нахер тут ручника-то дернул? Ёбаный рот. Зачем я это сделал? Это какой круг-то будет у нас? Блин, мы даже гонять начали. Это у нас последний круг, да? Нормуль. Нас, сука, догоняет. Вот затупил на одном повороте и все, блядь. Ну, это я сам затупанул, блядь. Не надо было там с ручником, блядь, заходить. И так можно было проехать легко. Говнозот, а батя, баба батина, тебя считает позорищем, блядь. Мне кажется, она вообще в шоке от тебя, блядь, козла вонючего. Просто охуевает, блядь.
Что ты в 25 лет живешь, блядь, сидишь на их шее, блядь. Пример, впрочем, на ее тоже, блядь. Если она работает у бати в конторе, блядь. Считай, ему помогает, блядь. Значит, ты и за ее счет жрешь, блядь. Чистый Альфонс, блядь, тоже. Так, все, ну-ка, приехали. Полен, ты срал себе на голову. Он каждый день это делает, блядь. Наверное, да, считает, но я не спрашивал. То есть она считает тебя ничтожеством? Так ты спроси. Поговори с ней, блядь. Так. На тебя батя тоже так считает, мне кажется. Такого же мнения, блядь. Она охуевает с тебя, блядь. Так, чё ты, блядь, две гонки, серьезно? А как это меня обошел, пидор ебаный? Нихера себе, блядь, какой поворот. Бля, мама заметил. Я бы ты нихуя бы дальше продолжил бы. Ну, поехали. Проедемся. А как это так? Я же, блядь, был, сука, на 100% был уверен, что я его обогнал на самом финише, блядь. На последнем повороте практически. Оп, сейчас у меня весончик был. Сейчас вот у меня был там весончик. Небольшой. Так, сейчас, подожди, почитаю. Ну, сейчас я тут, блядь, проеду. Что-то там ёрш он. Пизданул. Ай-яй-яй. Тут можно первый круг-то, блядь, фуку. Малдер, даже дело не в этом. Даже его батя не может со своей бабой уединиться, раз эта лошадь живет, блядь. Это точно. Это собаку надо в будку переселять, блядь. Вчера день рождения, отмечали, батя сидели в кафе, блядь. Ну, видите, как вот? Да, родственники приходили, говнососы. Там какие-нибудь. Тети, дяди, блядь. Бабушки, дедушки, блядь. Они, наверное, спрашивали. Виталий, блядь, кем ты работаешь, блядь? В мышиную нору его, наверное. Кем ты работаешь, блядь? Или ты так же пиздоболил, как той рыжей бабе, блядь, что ты механиком работаешь в автосервисе, блядь? Какой тебе механик, блядь? Механик, блядь. Отвечай, лысая. Пидорша, блядь. Вот родственники сидели за столом. Что-нибудь по-любому обсуждали, блядь. Какие-то там проблемы, блядь, семейные. Еще что-нибудь. Да просто, блядь, за жизнь базарили, блядь. Дошло дело до того, где работает Виталик. И что же... Ну, блядь, ну я так заебись шел, сука. И что Виталик отвечал? Что работает говнососом, блядь? Говно качает за 8 тысяч, блядь. Мне прям любопытно эта хуйня. Так. В кафе мороженым отмечали? В Макдональдсе, блядь. Гунасос, в Лисках обоссанных есть Макдональдс, блядь? Почему ты туда работать не идешь? А вот там есть, блядь, по-любому, блядь. Или KFC какой-нибудь, блядь. Шашлык вот. Ходит, блядь, и ничего, нахуй. Работает, зарабатывает, блядь, двадцатник, нахуй, имеет, блядь. Ты чё, тупорылая мразь, блядь, картошку даже не можешь, блядь, хуячить во фритюре, блядь. Мне кажется, ты тут, блядь, я не знаю, самого дебила, блядь, возьми, нахуй, и то научить можно, блядь. Опускать картошку, блядь, в корзине, в масло, блядь. Бля, ручник, зачем я его нажал? Ёбаный рот, я бы так пролетел. Так бы пролетел охуительно. Сука, синий, блядь, а ты откуда взялся? Я думал, тебя уже там на километр, блядь, обогнал, казна. Охуенно. Нет! Так, вот это последний поворот, да? Ай, блядь, вот так же, наверное, получилось. Сука, мне прям
на долю секунды, блядь, сделал в прошлый раз. Да, печально. Так, что там пишет тварь ебаная? Родственников не было. Мы вчетвером сидели. А кто четвертый был? Не было. Ты? Нет у нас. Есть только минутки. Говно в первым делом. Пипирку. Че? Куда она пустит, блядь? Что-то я не понял. Пипирку ты, блядь. Мама, ты делился бы с полусобликами историей, как своего начальника нахуй слал, как девок пиздил за то, что те чморили. Шашлыка, как же я помню, девки высмеяли как-то было, блядь, тоже такой не помню. Нету у вас? Зера, загугли, пожалуйста, блядь, в обоссанных, блядь, в лисках, блядь, есть какая-то, блядь, сеть, блядь, фастфудная, да? Там KFC, блядь, Макдональдс, блядь, это вся залупа, блядь. Мне кажется, говнасос даже элементарного, да ебаный рот, да что ж такое-то, элементарного не знает, да. У них какие-то минутки, блядь. Ну ладно, хуй с ним, даже минутка, блядь. Там что, людей только с высшим образованием берут, блядь? Мне кажется, тут такое, такая хуйня, нахуй. Минутки, блядь, вот эти какие-то. У нас, конечно, минуток нету, а может и есть, кстати. Может, это чисто, да ебаный, чисто листочная тема, блядь. Едаки, блядь, у нас вот есть. Едок, блядь. Были, по крайней мере, раньше. Я не знаю, блядь, давно что-то не видел. Я там жрал даже как-то пару раз. Так, все, собрались. Вот это будет победный круг. Победа. Я чувствую, блядь, запах победы. Сука, вот там вот на берегу бы не объебаться бы. Минутка, блядь, у них нет. Ну, минутка хоть, минутка, блядь. Не минутка. Почему ты в минутку не хочешь идти устраиваться, работать? Уж наверняка. Там не 8 тысяч платят, блядь, а берут. Я уверен, что абсолютно всех, блядь. Так, и, сука, рядом со мной ведь ездит. Это хорошо получилось, блядь, но вот это очень плохо. Ой-ой-ой, бляха. Да как он так, сука, выезжает с этого поворота? Ну нет, я запорол, что ли, опять? Ну, блядь, да как? Ну, тут пиздец какой-то, нахуй. Он в этом повороте, блядь. Из этого поворота, точнее, как-то выезжает прям ебанически хорошо. Я не пойму, блядь, как он это делает. Ну ладно, да, я, конечно, затупил в этом повороте, это точно, блядь. Вам скажу, блядь. По секрету, блядь. Так хоть пиздеть, блядь, короче, вот что надо. Прекратить, блядь. И просто пройти, блядь, трассу, нахуй. Просто проехать, блядь. Это говно. Да, я вот. Сам у себя, блядь, на хвосте, на. Вот не знаю, блядь, вот сейчас может получиться, конечно. Ох, блядь, не задел забор. И? Ну, точно говорю, где я? Все, есть, победа. Вот сейчас точно победа, блядь. Ресторан Макдональдс в торговом центре Серебряный город, блядь. Так, подожди, что? KFC есть в Воронеже, Фокс. У нас минутки в лисках. Два Бургер Кинга есть в лисках, да. Говнов, спрашивает пройдоха. А почему тебя батя к себе не возьмет? Те же полы мыть сможет. Блядь. Хороший вопрос, пройдоха. И два мака есть, блядь. Ебаный говносос, почему ты, сука, лошадь тупорылая, не знаешь, блядь, что в твоем городе есть Макдональдсы, блядь. Они везде есть, блядь, просто нахуй, в деревнях, блядь, даже. Макдональдсы, KFC, блядь.
Зера пишет. Город Лиски, улица Радиаторская, 2А, дом 121. У нас такого названия нет, Зера, блядь. Может, что-то не возили, блядь? В натуре просто не возили, блядь. Вот такого названия, значит, нету говнососа. Эй, ебала лысая, блядь. У вас есть все это, блядь. Все есть, нахуй. Чучело ты, блядь, кривомордая, блядь. Я на Бентли поеду, нахуй. Хотя здравый смысл подсказывает взять что-то другое, блядь. Да он дальше своего дома не ходил, блядь. Говнасос, ты был хоть раз в Макдональдсе, блядь? А? Лысая ебла. Лысая ебала, блядь. У тебя два Макдональдса, блядь. Два, сука. Это на... Ой, блядь. Это на... Сколько там? 70 тысяч жителей, блядь. Так. Здравый смысл мне не зря подсказывал взять что-то другое. Ну ладно, блядь. Бентли. Так, Бентли. Это будет, блядь, жескать, блядь, конечно. А я уже забыл, как на ней ездить. У него управление, блядь, своеобразное. Ну, интересное, блядь. Особенно на грунте, блядь, если хуячить помаленьку. А ну, суки, разошлись, блядь. Как на корабле, блядь, на ней хуяришь. Сколько? Три круга? Ой, блядь. Ой, блядь. Так. Полы подметать, вот батя тебя почему не возьмет, блядь? В натуре, блядь, он же по-любому какой-то там, какую-то уборщицу нанимает же, блядь. Там сортир драить у тебя в конторе, блядь. Взять говнососа, блядь, будет толчки драить у бати, блядь, за те же 8 тысяч, блядь. Так может тут, хочешь не хочешь, как-то, блядь, вникнешь, блядь, хоть немного, как батя делает свой бизнес, блядь. Какие-то тонкости расскажет, познаешь, блядь. Хотя нихуя ты не познаешь, блядь. Так, смотрите, что я делаю. Я на Бентли, блядь, еду первым, блядь, по льду на. Как такое возможно, спросите вы, блядь. Мастерство! Мастерство, блядь! И талант! Я сам охуеваю просто, блядь, если честно. Эй-эй-эй! Тихо-тихо-тихо, на тоненького. Блядь, только говорите, не говорите, что сейчас стемнеет, блядь. Не очень-то хотелось в темноте все это делать, блядь. Блядь, поехали! Оп. Едем, едем, едем. Поворот. Как-то кривовато я завернул. Нихуя себе там все отстали, блядь. Как сильно. А между прочим, сейчас скоро уже будет финиш. Да, интересно у него управление. Попробуй, Зера, блядь. На... А, у тебя нет дополнения-то, блядь. На Бентли покатать, блядь. Своеобразное, блядь. Управленница, ну, прикольное. Мне вот на грунте она понравилась, действительно. Ну, все. Первый, естественно, какой еще? Яндекс.Еда тоже есть. Да ясен хуй есть, блядь. Да, в обоссанных Лисках я 100% уверен, блядь, какой 100%? Миллион, блядь, что можно работу найти там за 20 тысяч рублей, блядь. Да, он в твоих ссаных Лисках, блядь. Раз в ее представлении всех хоронить в соседние хуево-кухуево везут, а кладбища у них нет, блядь. Зера, я даже не знаю, где в Лисках улица Радиаторская есть. Может, Зера смотрел по Воронежу? Там возможно быть. Яндекс, да, тоже есть, значит, и бегунки нужны, блядь. По твоим Лискам смотрел. Мама, этот петушонок еще Яндекс Еде должен будет с их штрафами и поленовским рвением к работе. Может, и жрать заказы будет, блядь. Не означает. Не может быть такого! Пишет членосос дебильный, блядь. Да, блядь, эх ты еблан, сука. Такое ебланище, бля, ебаный рот.
Я, кстати, даже никуда не въебался, ни в какой забор, блядь. Прикиньте, блядь. Так. Все. Все точно, блядь. Дополнение пройдено. Дополнение пройдено. Все 81 медаль мы заработали. А вот это вот что такое, мне интересно, блядь. Спринт. Это что? Я вот не знаю, что это, блядь. Тоже какие-то гонки, блядь, хуй знает. Ладно. Не может такого быть. Эх, и дурак, бля, ебаный мудак. Все, у нас дёрт пройден в очередной раз, блядь. Давайте завязывать на сегодня тогда с гонками. Ай, блядь, с гонками. Может, чуть попозже сетевую-то запустим в Zero X. It take two. В общем, тогда... Ну, это будет ближе к вечеру, конечно же. Тогда, если что, до вечера. Всем спасибо, что смотрели, зашли, болели. До новых встреч и всем пока.